Пацаны, скоро они... Ого, схватила одного, смотрите. Схватила крошку, крошку, давай, прощай. Да ладно. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусь, Dark Dragon, Крошка-Окрошка. Сегодня мы играем Gang Beats, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Мы коник тотемские. Всем привет. Режим мили, если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Погнали. Так, подождите, я сегодня играю за старого вонючего капитана. И я сегодня покажу, я уже забыл, как что играть, но этого щенка мы выкинули. Этого я выкинул, сам упал, но выкинул двоих. Я же забыл, как подсвечивать имена. На Q. Во, да, давай. Гусь, ну давай. Смотри, как гусь хорошо играет, ты выхватил, как он залез хорошо. Давай, так, остался гусь и Dark Dragon. Так, попу, а, это другие игроки просто какие-то. Ну давай, я в тебя верю. Ого! Dark Dragon, ты хорошо, да, играешь? Я плохо играю. Да я вижу, ты врешь. Прощай, Dark Dragon. Нет, не прощай. Уху. Выкидывай его. Да выкидываю. А, нет. Это живчик еще тот. Так, тот упал тоже. Нет, он внизу там в вагоне еще. Ого, смотри, как он его поднял над собой. На. А тут можно вдвоем. Это не чеп? А, чувак выиграл. Вообще, просто там шнерился и затащил. Ну что? Первая, что, победа. Как бы, ну, победа, да? Ну, не наша. Нет, пацаны, вы неправильно сказали. Это первый проигрыш, какая победа? Вы перепутали слово. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Да что меня выкинули первого? Так нечестно. Да ну смотри, что творится. Вот это жизнь. Слышь, а что у него за руки? Он там читерит, что ли? Металлический кулак стоит и фанится. Там крюк, вот. Ну, Гусь у него хорошо играет, молодец. Ого, тут вот он фермера этого увалил какого-то. Еще остался. Супермен. Фермер, супермен. Нет. Хороший процент. Да ладно, ничья, драу. Я знаю это слово. Но это красиво. Это было очень красиво и быстро. Блин, а плохо тут нету ни блока, нифига. Здесь можно было. Нет, здесь блок, это ты просто делаешь ноги. Кстати, обратите внимание, раньше дольше грузилось, сейчас вообще быстро грузится, да? Может, с выходом новой версии все поменялось. На тебе. Под ней выкидывай, пожалуйста, иди меня, отсюда. Я тебе хлеба дам. О, ха-ха-ха, выкинул как щенка. Нет, чувак, это так не работает. То, что ты меня будешь... А, будешь меня бить? Еще и топчет ногами, ты чё? Нет. Я старый капитан. Выкидываю его. А я сейчас его выкину, вы не переживайте, пацаны. Смотрите, главное правильно сделать захват. Иди сюда. Очкошник! Да я лучший боксер в этой игре. По тыкве, с локтя... Ага. Хорошо, давайте сделаем другую тактику. Поднимаем эту тварь. Иди сюда. Головой бей. А как бить головой? На контрол. Драгон, может, поможешь ему? Контрол. Я не знал, что на контур головой бить можно. На так, стой, чувак. Поднять. Чувачище. Ого, вот это... Вы видели, какой это был смачный удар в мою тыкву? Dark Dragon, подлюка, сидел там на нычке и решил, когда ее выиграли. Ну, блин, это нечестно, Dark Dragon. Все честно. Давай. Я болею за того челика, чтобы он тебя вы... Все. Нет. Вообще красавчик. И так стоит рукой. Я знаю. Грустный. Ну что, мне предали. Блин, я сейчас тоже должен затащить, ребята. Я сейчас все вспомню. Не, ну классная игра с другими игроками. Это, я так понял, не NPC, да? Да вроде бы... Да что ж меня вырубают сразу-то, а? Мою шляпу сняли? Я тебя шляпу снял. Ого, меня вырубили, этого челика. Так. Опа. Дима, давай, держись. Я тебя держу. Все хорошо. Идем вместе, идем. Нет, я не буду с тобой падать, извини. Да не, я имею в виду мы... Быстрее. Да не держи меня. Все, отпускаю. Нет. Да что он так шатается? Ну перевес. Отвали, щенок, фермер, вонючий. Нет, пацаны. Держи.
блин, да чё он тут бросился? Вы прикольно себе висели. Это было бы эпично. Так, ну что, Дарсраган, давай. Дартроган. Подожди, подожди. Прикольно, прикольно. Тут с крючком. Это родственник Фокси. Капитан, получается, пацаны. Иди сюда, люди, да, да. Странно, шляк. О, улетел. Ты живой? Я за... Да, он живой. Он живой, я вижу. Ай-яй-яй-яй-яй, чуть бы и выкинул. Так, ну я болею за Тардрагона. Я думаю, что это будет эпичненько, если он затащит. Скидывай, скидывай, скидывай. Скидывай, и сам не скинься. Ну все, Дардраган, дуэль. Ну что, Дардраган, давай, я за тебя болею. Вот это нормальная стычка. Ни о чем. А кто там кого? Дардраган, ты вырубился? Ой-ой-ой-ой-ой, ничья. Ничья. Драу. Раунд. Ничья, хорош. Раунд 3. Дурачок ты. Ребята, кто хочет с нами записывать и так поугарать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти и записать ролик. Правильно, Дардраган? Да. Хотя Дардраган не любой, ну то ладно. Иди сюда, Дима. А что тут надо сделать? А здесь скракен будет. Да, да ты чё, скракен. Чё сегодня такое? Ты чё, тварь? А крошка, не трогай его. Ладно, тебя давай. Опа, опа-па, иди сюда. Да я тебя к стене сейчас прижму и будешь тут стоять. Прикольная карта. Это, кстати, новая карта, на ней ни разу не играл. А, ты капитану шапку сбил? Да. Ты старого капитана решил избить? Да старый капитан вырубает любого... Ого, что за зомби идут там. Меня кракен жрет, пацаны, помоги. Дардраган, только не трогай меня, пожалуйста. Так, туда нельзя? Давай, иди сюда. Бей, бей его, я буду держать, а ты бей. Ой. Да ну не меня, ну... Да. Не репутал что-то? Помогите. О, вырубил чувака. Капитан сегодня не такой, как раньше. Ой. Что это за кабака вылезла? Это кракен. Да отвали, кракен, я его боюсь. Нифига себе, что, он хватает людей? Нет. А что он делает? Хватает людей, а потом затаскивает их на дно и... Он затащил меня! Пойдем, ребята! Пойдем. Прощайте! Нет, меня тоже! Блин, офигенно сделали! Блин, я даже не ожидал, что так, такое есть! А, за это, за танц схватил! Офигеть! Это обновление на эту игру, получается, вышло? Или что это? Да. Офигеть! Крутое обновление. А какие-то еще, да, новые карты есть? Ну да. Есть еще там, где... Как Титаник. О, я такую хочу карту тоже. Я буду как раз я капитан. Ну, если попадется, то, может быть, поиграем там на ней. Так, я вижу, он еще челика там затащила вниз. А как переключаться между игроками, вы не помните? Как там? Вроде бы М английская и Н. А, не, не хочет. Нет, меня тащат. А, тут можно даже палки было взять и лупашить. Так, смотрите, щупальца следила за ним. Так, вон это, Дардрагона утащила. Молоток возьму и буду. Ой-ой-ой, тихо. Тихо. Схватила! Нет, не схватила. Схватила за руку. Нет, нет. Да как он вырвался? Не, пацаны, я вас не буду бить. Вы там соревнуетесь, потом дуэль. Давай, мы в тебя верим. Ты проиграешь. А ты можешь кракена бить? Все, кракен тащил крошку. Все? Опять Дардраган? Давай, Дардраган. Тогда, я думал, Дардрагона уже слили, я перепутал. Он живой, Дардраган, давай. Скидай этого подлеца в бассейн. Ой-ой-ой-ой, давай, на съедение кракену. Вдвоем опять ничья будет. Представляете? А нет, можно плавать? Да. А я думал, если подойти в воду, то все. Нет. Ой-ой-ой, красавчик, гусь. Ой. Пока. Давай, 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 я в тебя верю. Трус. О, нычка, нычка, нычка. Схватил? Да, схватил. Он трус как убежал эту гусь. Вон я вижу, как Дардрагона он мучает. Сволочь, отпусти. А не-не, все, ты проиграл. О, гусь Санек Винс, ну его тоже затащила. Ого, и лупанула. Как надо тебе трус. Он всегда бьет перед тем, как затаскивать или что? Нет. Бывают попадалы. О, кажется, это новая карта. Давайте сначала выкинем этих вредителей, Дима, которые не с нами. Дима, тут акулы выскакивают еще на палубу к нам могут. Говорю, тут акулы могут еще быть. Ай-яй-яй-яй, хоть бы меня не выкинули.
руками. Да ну что ж у меня капитана такого-то? А, я могу еще вылезти? Да. Ну, да. Нет, нет, да что я утонул? Дима, ну как? Да блин, меня как будто специально первого выкидывают. Ну блин, прикольная игруха. Классно обновили. Мне кажется, графон даже лучше немножко стал. Может быть. Ну ладно, накрутить себе. Я вижу, там можно управлять, что ли, или что там есть, штурвал. Да, там рычаги есть. О, акула еще, видели, выпрыгивает? Она может на палубу к нам залезть. Нифига себе. Ого, вырубила. Ой-ой-ой-ой. Красиво. Кошка, помоги. Там какой-то китаец к вам пристал, пацаны, мочите его. Я толкаю. Ого, Dark Dragon залез. Нифига себе. Ай-яй-яй. Помогаем, давай вместе. Ого, котяра мочит там. Красиво, жопа вперед хотел вылезти, но не получилось. Давай. А ну-ка. Ого, да ладно, сальтуху закрутил. Дим, смотри, что я умею. Гусь, Санек, хорошо играешь, классно. Вся акула снизу. Еще одна. Еще одна. Ого, офигеть. На антенне кататься. Там акула нападает. Хочу драться. Ну ой, давай, все. Покажи. О, поуправляйте, там же рычаги есть, можно поуправлять иди, кораблем. Отпусти меня, отпусти. Просто иди. Ого, две акулы. Отпусти. Три акулы. Пацаны, скоро... Ого, схватила одного, смотрите. Схватила крошку, давай, прощай. Да ладно, не знал, что-то такое добавили. Прям круто, на каждой карте есть какие-то препятствия. Вот очень осторожно. Он может за зад схватить и все. Утащил. Да я видел, я утащил, там такие зубы у него большие. Ну что, мы тогда с Dark Dragon'ом пошли качаться на антенне. Давай, давай. Там давай, еще... Драг. Так может подеретесь лучше? Там давай. Еще челик снизу есть. А, там китаец еще бегает. Ой, тихо, извини. Знаешь, как мы можем? Давай пока ждем по этому китайцу уже. Он к вам идет. Пожарник. Зомби-пожарник. Иди сюда, давай, мы тебя не боимся. Ого, там акул, пацаны, там что, целый корабль акул уже? Это Драгон творит. Смотри, как Dark Dragon танцует. Он как флаг развивается. Ой, Dark Dragon, нам кажется, надо идти влево, потому что видишь, что мы там... Ого, их сколько! Dark Dragon, мне тебя жалко, ты был хорошим человеком. Все, пока. Нет. Ого, там еще он китаец бегает. Прощай, гусь, ты был А, ты был хорошим человеком, ладно, ты сейчас же акула упала. Нет. Газани, возьми на корабле, нажмите задний ход. Видите рычаги? И они спадут. А это рычаги, чтобы Ай. Так нажмите задний ход, и они упадут. К акулы попадают. Не, это эти рычаги управляют этим, как его там. Ну как это, мясо. Ложат и. А, я думал, это кораблем. Нет. Центр тяжести можно сместить тогда или что, нет? Ты видел, как она выпрыгнула? Да, она перепрыгнула корабль. Ну что, пацаны, это Титаник, он тонет, да? Да. А это продумка игры специально так сделана? Может быть. Прям точно не знаем, но может быть. Блин, классно, пацаны. Ну что, давай. Давай, дуэль. Ах так? Ты сопанешь, гусь, давай! Нет, смотри, как выпрыгнул, как Mortal Kombat. Нет, твой Mortal Kombat не помог тебе. Красиво упал, и акула. Он живой, он вылазит, как в фильме. Я не сдамся, меня учил учитель, надо утонуть. Красиво, Dark Dragon, молодец. Красиво. Ого, там акула сальтухи крутит. О, мы одни остались. То есть все, ботов не будет. То есть этих других игроков. Да, это не боты были, боты не так играют. Привет, Дима. Не, есть еще кто-то. А, не, крошка. Не, все уже. Иди сюда. Драгон, уйди. А что? На. Ах ты, тварь, достал. Ты думаешь, я плохо играю в эту игру? То, что мне скидывают первое, это не означает, что я горимо играю. Ах ты, тварь. Да ну не скидывай. Ну не скидывай в огонь, да господи. Что ты за человек такой? Я курица. Я хочу домой. Блин, первого выкидывают всю серию. Нет, не это идет со мной. Вот Санёк гусь какой хитрый, а? Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Нам всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.